أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما Салям алейкум, хорошо. Сейчас за Самиром и Амиром. А они еще не закончили? Ну, закончили, но я пока до вас ехал, сейчас за ними. А там девочек нет в школе, да? Кого девочек? Василий. А там Аделя только. Аделя, да. Наверное. Ты делала уроки на сегодня? Ничего. Вообще ничего? Ну, я тоже планировала сегодня делать. Ты что кашляешь? Маску одевай давай. Сейчас на маршрутке поедет, там безопаснее. Самое опаснее. Хотя там все в масках ездят, кроме подростков. Ага. А вы кто, подростки, нет? Настя, мы подростки? Мы подростки. Мы подростки. Да? У тебя есть свое мнение вообще? Все, да, повторяешь. Ну, правильно. А если я скажу, что я без маски езжу? Я езжу в маске только если я в магазин до этого заходила и не снимала маску. Так, чего хочет? Дорогу перейти. Я думал, прыгнуть на меня. О, помнишь, Настя, этот, если выпадаешь под машину, нужно прыгнуть на капот. Потренируй меня, Тим. В МФТИ поступал, у нас там один перед экзаменной лекции вел. Он говорит, а я когда на дорогу вышел, КамАЗ меня это сбил. Я что, я площадь хотел сбавить, так сгруппировался, а у КамАЗа этот был, куда прицеп цепляется. В общем, он за него зацепился и проехал. На КамАЗ там на капот же не запрыгнешь так легко. Да и на машину на капот так легко не заедешь. Нет, ну легче же на машину. На приору наш, там реально запрыгнуть. А вот здесь вообще нет. А если это Мерседес, то тебе вот это что-то. Да. Причина смерти. Пытался спастись от смерти. Причина смерти. Не переходи дорогу не в положенном месте. Причина смерти. А что у нас, вот, допустим, когда идешь с лицея через 28-му, через парк, там на пешеходке нужно сделать такой круг. Легче пробежать там. Там вообще никто по пешеходке не идет. Машалла. Че, без очередей было? Быстро так? Можно было? Мы пришли без 20 где-то. Мы без очередей быстро прошли. Сейчас мы, когда сходили, мы после гинеколога пошли отдать педиатру карточку. И там уже была такая очередь, там просто пришли все, они такие, типа, куда без очереди? Куда без очереди? А мы их растолкали, сказали, мы же тоже закончили. Да, мы закончили. А в это вы лохи пришли поздно. Тише, все записывается. Я думала, ты уже избавилась от этого. Соня, все, привычку записывать. Авторегистратор. То чем? Лишние деньги тратить. Я лучше тебе шоколад. Я тебе дозвониться не могла, потому что у тебя, похоже, камера была включена. Почему не могла? И она сбрасывает, когда включена камера, но некоторые телефоны не дает. Ну, ты же дозвонилась, взяла мне видеозапись, оборвала. Я там, субханала, так красиво, солнце встает, там то все, прям Пикассо отдыхает. А тут мне дзынь-дзынь. Ты знаешь, что будет, если нажать на верхнюю кнопочку? Нету вверху кнопочек, они все внизу. Вот сейчас слева самая верхняя кнопочка. Это в случае, если ты едешь и аварий, ты можешь нажать на нее и сделать фотографии, не выходя из видео. Ага. Что, есть такие кнопочки? Осторожно, собака! Ой-ой-ой, да. Так, это не будем выкладывать. Она же живая.
А ты что, это выкладываешь? Да. Я надеюсь, у тебя без звука? Ну, я там наши еды включаю, лекции, сейчас она лекует. Прямая трансляция семейного шоу. А, давай. Люди любят смотреть личные жизни. Послушают. Не буду. Land Cruiser, Prado, Skoda, Kodiaq. Peugeot 2008. Две Kia одинаковые. Их клонируют, что ли? Да. Здесь сталинки еще. Ну, чувачок прикольный. Это Хрущев. Наташа? Да. Пол-двенадцать. А потом Амир уйдет или? Останется, наверное. Останется? Да. Столько радости. Чёрт, я делала уроки. Мне не так. А я работаю. Ну что тогда мальчик стоит? С вами позвоем месяц. Спрашиваешь, а не у нее. Ехали ко мне. У меня же сейчас свои уроки. А, там сейчас мальчики заниматься. Ну, кстати, да. Ну, ладно. Да, это что? Я так и не понял, о чем вы договорились. Там это... Мыслями поделились и все. Тебе куда удобнее Настю отвезти? Мне? Да. Ты знаешь вообще, где она живет? Нет, не знаю. На 50 лет магнитки? На зеленом лаге. А, ну давай отвезем и за твоими паспортами заедем. Ты как дочь агента Джеймс Бонда, у тебя несколько паспортов будет. У меня одного пока нет. А несколько это? Ты куда мне еще паспорт хочешь сделать? Ну, давай это, паспорт. Арабских Эмиратов, Турции и... Ну, спасибо. И давай Малайзии. Хотя бы Турции на Малайзии. Малайзии? Ты знаешь, какое-то где море находится географически? О, кто? Как море или Турция? Малайзия. А если по-русски? Малайзия. Такая страна есть. Да? Рядом с Индонезией. Индонезия, да, рядом с Индией. А, вот это Индия, я примерно понимаю. Солнце вышло.
Че бы голову хрена встал? Я так не хочу. Может сейчас будет долго отъехать. Тебе сложно мне в телефон Рахмат сказать? Рахмат. Спасибо, говорю. Субханаллах. Альхамдуля. Я привыкла говорить спасибо. Надо привычки менять. Говори мне Рахмат все время. Я же не преподаватель. А что нет? Почему можно, в принципе, математичкой Рахмат сказать? Ну скажи. Она тогда вообще меня спрашивать перестанет. За что? За то, что ты поблагодарила? За пятерки, которые она мне ставит. Чего так ярко? Хотя тут можно сказать спасибо Гену. Ой, Рахмат. Кому? Что за Гена? Гена. Ну, мне же твоя математика просто похожа. Не знаю. Два математика. Я родился третий. Или нет, даже четвертый еще. Кто четвертый? Самир, ты больше математик, чем я. Не знаю. А мне кажется, тоже... я буду в 10 классе учиться, он будет за меня домашку делать и объяснять тему. О, смотри, в ДПС какая машина. Где? А, это я всего лишь Шкода. Кататься. Шкода? У Амеровы такая же. Нет, я хочу, чтобы она была с сиренкой и синей полосочкой. Нет, не надо. Не в качестве преступника, в качестве пассажира. Тоже не дай бог, что там терять. Тур. Не знаю. Хочешь? Могу сам справиться. Пока посидите, поболтайте. Хорошо. Где? А мне как, на своем месте оставаться? Нормально? Сейчас тебе придется встать, чтобы кресло сюда поставить. Угу. Еще одно. А потом да. Ладно. Спереди тебе нельзя, потому что у нас как бы... Да я знаю, я не пойду впереди. А так? Ну, если тебе там неудобно будет, ты их подпихни. Не, нормально, я думаю. В принципе... Можно выйти поговорить на улице, потому что жарко. Ну пойдем поговорим. Я когда выходила.
Спасибо.